Азиатский банк развития намерен инвестировать в программу поддержки малого и среднего бизнеса Казахстана. Уже утвержден механизм финансирования. Кредитование за счет средств Азиатского банка будет осуществляться во всех регионах Казахстана. Оговорено, что предприниматели Астаны и Алматы получат 60% всех займов. Остальные 40% распределят по другим городам. Общая сумма финансирования составит $500 миллионов.